Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Тема сегодняшнего видео – плащ с кроссовками, правила комбинации и 20 стильных примеров. Уличный стиль, кажуал, спортшик все больше набирают популярности у современных женщин. Удобство и стиль можно совместить, если выбрать модные кроссовки с плащом. Комбинировать эти две, на первый взгляд, несовместимые вещи можно и даже нужно. Комфорт в сочетании с практичностью и элегантностью дает возможность женщинам любого возраста быть в тренде и выглядеть свежо. Стилисты отмечают, что без разбора нельзя одевать вещи. Для этого предлагаем узнать, как правильно носить кроссовки с плащом. Правила комбинации кроссовок с плащом. Изначально прислушайтесь к своей собственной интуиции и выбирайте кроссовки и плащ в соответствии со вкусом, а уже потом обращайте внимание на модные тенденции. Для того, чтобы вам было легче, узнайте несколько простых правил комбинации этих предметов в гардеробе. Плащ в стиле оверсайз свободного кроя отлично выглядит с кроссовками одной расцветки с низкой подошвой, можно немного завышенной. Высокая посадка на подошве гармонирует с плащами с резинкой на рукавах, трикотажным капюшоном. Расцветка вещей может быть яркой или монохромной. Классический вариант сочетания – плащ-френч с кроссовками традиционных цветов, со вставками из кожи или шнурками. Для спортивной женщины подойдет плащ из денима или катонового материала. Кроссовки со спортивным уклоном комфортные и без лишних блестящих деталей. Для создания модного образа можно выбрать большое количество вещей. Представляю вам несколько оптимальных вариантов комбинации. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте пальчик вверх. До новых встреч. Пока-пока.